Фонтан у проходной завода имени Масленникова обрел вторую жизнь. Он не работал больше 15 лет. Воссоздавать его пришлось практически с нуля. На открытие собрались местные жители. Особый интерес обновленный фонтан вызвал у детей. Он очень красивый. Как хорошо то, что его открыли. Можно будет после выступления, перед репетициями посидеть тут на лавочке и посмотреть на этот чудесный фонтан. Ну, раньше здесь было как-то не очень красиво без фонтана. А сейчас как бы можно, ну, гулять, ну, и рядом с театром, как бы. Это очень хорошо, что здесь именно с фонтан включили опять. В прошлом году за счет городского бюджета к фонтану подвели инженерные коммуникации, восстановили чашу, установили новое насосное оборудование, систему автоуправления и подсветку. Благоустроили территорию вокруг фонтана. Здесь появилась новая плитка и скамейки. Последние годы фонтаны восстанавливаются. Этот фонтан стал 34-м. И мы сегодня запускаем все фонтаны по сложившейся традиции. Я думаю, что задача сегодняшней власти – сделать так, чтобы наш город был лучшим со временем во всей сегодняшней нашей стране. Сезон фонтанов в Самаре открыт. В этом году радовать своей красотой горожан будут 34 фонтана. Работать они будут вплоть до октября. Лариса Шалафаст, Константин Головин, «События».